Тр-тр-тр, погнали! Хей, мои дорогие, с вами мистер Ёж на связи, Тарас. Сегодня мы с вами увидим серию, в которой я буду убивать людей, родить дома и, конечно же, всячески пытаться вас развлечь. Так что садим свои попки поудобнее, и мы начинаем. Поехали! Чувак, на сфере бегает, вон. Я бегал и нашел базуку, только постоянно. Без архе, к сожалению. Что-то пушку я не видел, какая пушка у него? Сдох. Чё-то быстро больно. Сейчас почекаем его. Чё он нам принесет? Револьвер и ресурсы. Спасибо, родной. О, ёка, пистоль, давно не виделись с тобой, братан. Такс. И револьвер. Буду с двух рук стрелять. Вот так вот. Хопс. Аэр валяются, надо будет чекнуть. Братан, чё ж ты так, а? Ну-ка шмальнём. Из этой детки. 9 штук аж. Чё не ставится? Чувак возле того дома штурмует. Смотрите, 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 смотрите. Там с пулемета поливает. Вон он. Чё, штурманём? Он кого-то убил. Ещё труп. Он засел туда, с пулеметом. Наверху. Я с револьвером. Нужно было обыскать. Может быть, что-нибудь нашел бы. Блин, оружия нету. Он по-любому меня пасет. А-а-а! Громко, 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 громко. Где он может быть? Вот черт, а? А где он? Что, убежал, что ли? Он убежал. Петушок слился. Вочканавт. Пулеметом был, испугался. Это тот дом, где я ресы поднял. Вернее, слил двух чуваков. Он слился, он очканул. Пулеметчик очканул меня с револьвером. Да я нормально ему посадил там, да? Минус вроде летели. 16 хп. О-о-о, пойду полутаю там внизу. А, это не он там бежит? Вон там кто-то. Блин, у меня хилок нету. Вон он, 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 вон он. Да, с револьвером вообще ват, конечно. А, там ничего не оказалось у тех, кто лежит. Ай-яй-яй, с калаша, что ли? Так хпшку реснем. Мне бы автомат какой-нибудь. Че, пойдем штурманем? Воу-воу-воу-воу-воу! Да подслейся ты! Чмо! У меня патроны закончились, у меня патроны закончились! Подохни, мразь! А где пушка? Фу! Ну ты говнистая рожа! Дай сюда, лузер! Играть научись! Блин, без патрон, правда? Какой ник-то хоть? Овен Акира! Подохни, Закира! Фу, какой-то смертельный дом! Ну чувак, вот что значит скилл! Кто здесь батя, кто здесь number one? Бэнг, 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 бэнг! Ешь в здании! А, домик нашел. Зацените, кстати, как я одет. Смотри, какие шмотки. На мазохиста похож. Хоп, и у меня есть вот такой вот топор. Гляньте, тоже классный, да? И вилка есть. Могу и тыкать. Ну да ладно, давайте приступим к рейду. Хоп. Погнали. Что-то не пойму, крыша что ли не сделана? Сейчас по дверям пойдем, если что, стену потом сзади взорву. Если все в перемычках.
Глянем. Никого. Патроны. Пушки. Найс. Нахер мотыгу взял, непонятно, пулемет. И оружка. Офигенски. Все, идем дальше. Хозяина нету. Дом с оружием. Он, наверное, рейженный уже, да? Шкаф что-то. Покоцанный уже. Кто-то вызвал аэро, чувак уже залутался. Есть. Теперь ресурсы будут мои. Конечно, мощный здесь аэро, там много всего хорошего. Так что я думаю, с этим аэром я не прогадал. Чувак, ну ты отдыхай пока. Глянем, что у него там есть. И все это, конечно, заберем. Сихи болт. Спасибо тебе, чувак, за ресурсы. Народ, глянь, там чувак стоит возле дома зареженного. Давайте его обойдем. Я не знаю, что он, может, завис или вылетел. Сейчас попробуем обойти его. Жалко, у меня болта нету. Вон он. Можно, в принципе, с СМГ его снести. Странно там стоит. Давайте подбежим, посмотрим. Может, ловушка какая. С чем он? Он, кажется, с болтом. Я надеюсь, что он завис, и болт не достанется. Такого я еще не встречал, кажется. Вот он, гляньте. Давайте его загасим топором. Он с пистолетом. По 9 хп. Дружочек. Он с ресами. Что происходит, вообще не понимаю. Дай-ка медь сюда. Броник и килт. Хилки тоже пригодятся. Так, это патроны. Чё только не встретишь, когда выживаешь. Какой ник-то хоть у него? Фредди, Фредай. Непонятно. Вот он прям просто стоял. И пистолетик мне еще. Пигль. Вот тут обвесы есть. Чё за обвесы? Ага. Я их потом сниму. Слышал звук, что-то кто-то стукнул. Слышите? Что за бред? Вон он. Готов. Ракеты, пулемет. Блин, я сейчас с тихами бегаю. Дай-ка сюда. Родной. Теперь это мое. Спасибо, мужик. За босяцкий подгон. А, он зарядил, видимо. Ну-ка. Чё-то как не запрыгнул. Да, это заряженный дом. Вау, большой был. Смотрите, тут даже эти штуки стоят. Оп. О, там двое. Пора валить отсюда. Валим. Куда валить? Сейчас прибегут. Вон они. Сихами. Пусть боятся. Ну-ка, если базуку. Найс. Давайте, идите сюда, а. Там двое были, проход один. Чё-то даже очкую. Давай. Убил. Одного. Второй. Второго тоже убил. 5 бич сих. Ёж рулит, мать вашу. О, отсосите. Три ракеты. Ку.
Вот так вот тащить надо, ребята. Хорошо, что в обойму лезет две ракеты. Икс такой стоит на оружие. Ху, у меня аж трясет, мать вашу. Вот это я зарядил. Так, вилку выкину. Так, кажется, все здесь железо. Гляньте, ребят, короче, бегал по берегу. Что, покажу вам. Блин, там Айрик кто-то вызвал. А, замок не закрытый опять. Там чувак лежит. Опля. Здорово тебе, ВМ Мух Гейм. Так, ключ у него здесь. Давайте закроем. Снять замок. А, вот, закрыть. Короче, бежал-бежал, смотрю, открытый замок, так, такой же встречался у нас. Что, давайте полутаем его теперь. Это сюда, спецодежду выкинем, вилку, в принципе, не нужна она, так, шмотки тоже я заберу, пригодятся, лук не нужен, даже камень есть, орех голубой, сейчас я его завалю. Неужели так трудно закрыть замок? Почему такие ошибки делают? Забывают или еще что-то? Напишите свое мнение, как вы думаете. Что-то написано даже. Супер! Видимо, это хата супер-пупер человека. Что там в печи? Еще два ключа лежат. Ну прям чувак, ключейный барон. Хранитель ключей. Базука. Пустая, к сожалению. Так, и ресов немного. Камень, патроны, жрачка, вилка опять, еще жрачка. Да, ничего ценного, конечно, но так, по мелочи. Базука вот есть. Не забывайте закрывать замок. Почему такие ошибки делают? Непонятно. Окей, едем дальше. Чувак побежал туда. Вот эти вот аэры полутал, которые вызвал. И вот туда побежал. Давайте его догоним. Если успею, конечно. Если он никуда не спрячется. Никуда он забежал. Блин, радиация. Куда же ты делся, родной? Надо было сразу за ним бежать. Я ж подождал немного. Черт. Ну он смылся, походу. От него там побежал. Вон он. Пошли за ним. Опля. Давай, 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 скорости дай. Он в артеху не побежал. Калаш валяется. Еще калаш валяется. Что-то он их повыкидывал. Вон он. Лутает. Так, подождите, подождем. Патроны есть здесь. Охота, охота у нас будет. Вперед. Он с холма спустился. Давай, 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 давай. Какой-нибудь скейтборд, что ли, сюда вели бы. Или еще что-то, потому что пока добежишь, он уже исчезнет. Кажется, он с болтом и в фулл шмоте. Но он Сайра это все взял, я так понял. И куда ты побежишь у нас дальше? Братишка. Браток. Вон он. Так, кажется, в дом в этот зашел. Разрушенный. Не вижу его. Вон он. Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Присел. Давайте пробежимся. Хорош. И куда он делся? Бежим. Фу, догоню, не догоню. Стрелять далековато по нему. Сейчас мы его немножко обойдем. Лагает, конечно. Вон он. Как бы из охотника мишенью не стать. Куда же он путь держит? Интересно так, да, охотится? Далековато он убежал. Давайте вот так вот сократим. О, бугорчик как раз меня не видно. Сейчас, может быть, даже огонь открою по нему. Нет, хочу поближе. Он бежит, смотрите, здание из МВК 2 стоят. Может, он здесь живет где? За ресами ходил. Давай, 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 давай. Крошка моя. Куда он смылся? Вот скотина. Неужели Хом написал?
Явно не сюда. Вон он. Лежать, догнал. Красавчик. Так, ну что мы здесь делаем, чувачок? 7 ракет, 10 их. Он все сайта Сайра забрал. Идиот, что же он домой не пошел? Пулемет. Сихи еще есть. Японский бог. Клич того. Ху, вот это мне подфартило. СПС. Заряжено. Ни хрена тут база. Не зря я за ним бежал, не зря его выслеживал. Ту-т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 у. Вот это улов. Дайте-ка пулемет оденем. О, с глушителем что ли стоит? А, ускоритель, окей. Это кажется ускоритель или... Не ускоритель. Что я с ним не играю, не очень я их знаю. Забыл уже. Так, что у нас? Вот халупа, может сейчас ее подорвем. Заодно. И там он из МВК какой-то дом. Какая-то постройка. Вон там чувак бегает. Сейчас взорвем. Пусть приходит, никого не боюсь. Поехали. Перестрелка там, кажется. Вон он. Да-да-да-да. Пока он ведет перестрелку, мы с вами зарядим. Твою мать, сразу шкаф нашел. Че, и все? Блин. Нихера тут нет ничего. Бодяга полная. У меня дерева нет, чтобы подстроиться. Вон он, далеко. Шкаф нашел, сюда бы залезть, вот, и все, в принципе, без проблем, но дерево надо находить. Тут вообще дерева нигде нету. У меня еще лута дофига. Вон он бегает. Шуганем его. Ладно, давайте халявное взорвем здесь. Посмотрим, что будет. Залез он далеко бежать. Можно было план постройки сделать и просто-напросто залезть. Но мне влом. Хоп. Сундук. Да, вот и дерево, за которым нужно было бежать. Что-то я не пойму. Еще один пулемет. Уже с глушителем. Откуда? Нормально, да? Никого нету. Ух, ё! Так, тот чувак с болтом. Ясненько. Так, дай-ка мне базуку. На всякий случай. Так, и здесь... А, так, это оставляем. Я его не вижу, правда. Ладно, домой лучше улечу. Мало ли что, салют меня еще. Игрочка такого, и все рез потеряю. Еще аэры. Чувак лутается. Вон он. Конечно, аэро здесь мощные скидывают. Все, долутался. Отдыхай, красавчик. Ну-ка, пошли. Так, возле этого дома я чувака убивал, когда он стоял просто так. Подохни. Дай калаш. Уху, нифига тут. Сегодня у нас день стволов и пушек. СПС, чувачок. Я буду тебе премного благодарен. Потрохи. Маска. Вау. Что за маска? Нифига. Не, дай-ка мне назад. Это лучше. Футболочку. Ой. Не одевается, походу. А так тоже нельзя. Ладно. Кажется, вроде больше никого нету. 7 ракет и пушки. Револьвер, компьютер, базука. Оу! 2 ракеты даже есть. Хилки. Так, больше меня не умещается ничего. Ну и в принципе все, наверное. На этом с вами серию закончим. А эта серия... Ну, да, я думаю, довольно-таки прикольно получилось. Перестрелки, экшен, то, что нужно. Пару там рейдиков было, взрывов, правда. Ничего хорошего в них в ящиках не оказалось, в домах. Но хоть что-то. Ну, я так и этот выпуск хотел посвятить экшену. Думаю, у меня это вышло.
Кому понравилось, можете подписаться на канал, Лойс или Дизлойс поставить и в друзьяшки ко мне в ВКонтакте добавляться. Также заходите на мои стримы, которые запускаются, когда я захочу, от балды просто запускаю. Ну и все, покедова, тум-дум! We'll be right back.